Всем доброе утро. Мы садимся с Даяной завтракать. Сегодня так все очень простенько, но очень вкусно. А у Даяны яйца с бутербродами. Они у меня обе не едят желтки, поэтому каждый раз приходится вытаскивать. Но главное, так едят. Все, буду звать Даяну. Всем приятного аппетита. Знакомый потолок, да? Мы уже тут на массаж ездим. Пойдем на выход. Пойдем. 5 звездочек. Да. Где твой номерок? Будем собираться в торговый центр, буквально там на пару минут. Мне надо найти себе кроссовки. Раньше я искала себе кроссовки для дома и чтобы кататься на велосипеде, поэтому никакие светлые не выбирала. Искала какие-то только темные, потому что на велике кататься, а светлые, конечно, ну, перебор. Но сейчас мы решили, не знаю, как получится, конечно, мне вообще заранее ничего больше не хочется говорить. Но так как мы едем сегодня, то скажу. Планирую в следующей неделе начать ходить в спортзал. Не знаю, как это получится совмещать с Даяной, потому что Даяна будет ходить вместе со мной. Она будет сидеть, там есть детский столик, там нет отдельной комнаты, там никак не ограждено, ничего, все вот как ходят все люди, спортзал, короче, ну, она будет всегда на виду у всех, и, ну, естественно, я буду за ней приглядывать, ну, как же за ней не смотреть. Но я не уверена, что она просидит эти 2 часа, ну, полтора, какой-то день, возможно, часик буду заниматься, буду, конечно, смотреть, но есть какой-то определенный страх, потому что Даяна такая, знаете, я не скажу, что она неусидчивая, она может сидеть, лепить из пластилина, красить, но она это делает тогда, когда она хочет. Я, кстати, тоже такая. Если я, например, не хочу рисовать, но никто меня не заставит рисовать. Вот даже в школе у меня были проблемы из-за этого. Когда нам на уроке предлагали что-то нарисовать, я говорю, у меня сегодня нет настроения, я не могу. Или я просто тяп-ляп нарисую. И в основном учительница шла, конечно, мне навстречу и давала какие-то другие работы. Бывали дни, когда я могу ничего не делать, потому что я понимала, что у меня нету вообще никакого вдохновения. Но я всегда потом дорабатывала эти оценки. Один раз я сделала работу, и мне поставили 3 десятки за 3 урока. Ну и, естественно, потом один урок я пропустила. Я говорю, ну раз у меня эти десятки 3 есть, я говорю, что я буду сидеть? Я говорю, вы делаете, можете мне, говорю, даже 2 ставить. Но я говорю, ну у меня нету сегодня вдохновения. Не хочу ничего, не хочу даже в руки ничего брать. И учительница была очень классная. Она говорит, ладно, Карина, сегодня ты отдыхаешь. Ну, говорит, сиди и молчи. Я сидела и молчала. Так что в этом плане... Конечно, мы чем-то немножко похожи. Но я очень надеюсь, что все будет хорошо. Ладно, все, буду этот ужас закрашивать. И тогда будем выходить. Только говорила тут про школу. И Даяна говорит, мам, все, я ухожу в школу. По шутке. Даяна во вчерашней одежде. Никак не смогла ее уговорить, переодеть. Говорит, мне нравится этот наряд. Чувствую... Мы теперь в этом свитере будем 24/7. Ой, какой у тебя школьный рюкзак красивый. Ну просто. Смотрите, кстати, как брелочек красиво смотрится. Видите? Красный рюкзак, красный брелок. Вообще классно. Сейчас, Даяна, будем переодеваться, поедем в магазин маме кроссовки искать. Но я маму не хочу. Я не могу тебя одну оставить. Мам, но. Милана дома. Она в школе? Ты что? Утром ушла ведь. Милана. Ой. Милана. Нету Миланы. Есть крыска, которую я давно не показывала. Все с ней хорошо. Поверьте, когда с крысой... Крыска. С крысой что-то... Ой, как быстро вылезла. Когда с ней что-то случится... Не, не надо. Я обязательно вам скажу. Скажи привет. Тихо, не кричи. Скажи привет подписчикам. Сейчас тебя как укусит за палец. А мам, так, она надо, не кусается. Мне надо вот этот комод убрать. Милана вообще сказала, что ей комод не нужен был.
Но он весь просто развалился. Видите, и тут весь разбух просто. Короче, надо будет забирать. Пока совсем не разломала. Давай ей кушать принесем. Что-то хочешь покушать? Сейчас принесу тебе. Несу ей авокадо. Он несъедобный. Ты будешь сама ей давать? Это авокадо. Иди сюда. Иди сюда. Красоточка, смотри, что у меня для тебя есть. Ну? Авокадо. Ой, кусочек жадная. Ладно, она не жадная, она просто любит это все. Все. В итоге мы решили никуда сегодня не ехать. Поедем, съездим завтра. А сегодня будем уже тогда отдыхать. Ой, Таяшка, мне сегодня нервы трепят. Я не знаю, мне кажется, я скоро дерганая буду. Сейчас же пока нельзя, да, на эту руку. Она сегодня на обе руки упала просто. О, я просто каждый, знаете, каждый хлопок, именно когда она падает, уже дергаться начинаю, нервничать, уже понимаю, что просто даже на автомате, просто повышаю на нее голос в тот момент, когда она упадет. Я не знаю, возможно, это от страха, потому что я очень боюсь, что опять что-то повторится. Каждый раз, когда хлопок, я вижу у нее глаза такие, ну, потому что она видит мою реакцию, как я начинаю по-другому себя вести. Короче, это какое-то странное ощущение, но потом, когда я вижу, что у нее все хорошо, я беру ее, там жалею, обнимаю, все хорошо, такая веселая, но понимаю, что в тот момент, когда я слышу хлопок, я совсем другой человек, я так меняюсь, и меня это уже начинает даже пугать. Мне кажется, может быть, стоит попить какую-то валерьянку или что, я, короче, не знаю. Это ненормально. Блин, такое светлое освещение, потому что плохое. Дашка тут убирается. Смотрите, что сделала сегодня. Хаос полный. Просто. Это я нам уже немножко убралась. Так что пускай убирается. У меня сегодня опять голова побаливает под вечер. Я не знаю, что такое. Вчера было 37,1. Сегодня весь день хорошо. Вот как вечер, опять чувствую какую-то неусталость. Такое странное ощущение. В остальном все хорошо у меня. Надеюсь, все дальше будет хорошо. Я тут уютненько так устроилась. Все-таки столиком я довольна. На все 100%. Пластилин. Ёшкин-матрёшкин. Я ведь убрала этот столик туда в угол, чтобы Даяна его не трогала. А все равно, смотрите, как-то удалось. Ну ладно, ничего страшного. Так, все, дети спят. Я сейчас загружаю видосик, влог на YouTube канал. И хочу как раз посидеть пока немножко еще в ТикТоке. Кто еще не знает, я в ТикТоке каждый день, по несколько раз, если, конечно, мы не болеем, захожу в эфир. Так что обязательно присоединяйтесь. Я там со своей сестрой очень часто. В принципе, мы только с ней сидим, наверное, в эфирах. Нам как-то так легче, чем с другими незнакомыми людьми сидеть. Так что, если что, присоединяйтесь. Ссылочка на ТикТок будет в описании. Всем доброе утро. Продолжаю вчерашний влог, потому что вчера, в принципе, нечего было снимать, поэтому решила совместить. Приготовила сейчас такой вкусный завтрак. Сюда бы водочку, но не могу. Я ведь мама, правильно? И кофеечек будет у меня такой легкий завтрак. А тут я, хотя, кстати, по поводу водочки я пошутила. Хотя... Так, сделала заготовки на шубу. Хочу приготовить шубу. Единственное, я не отварила морковку. И вчера забыла, начала чистить. Я понимаю, что мне нужна картошка. Стою, ее чищу. Совсем забыла, что она мне не такая нужна. Ну, ладно, в таком виде тоже будет нормально. Шуба у меня будет из кильки в этот раз. Я вообще предпочитаю любую рыбу, без разницы. Мне в любом случае годится тунец консервированный. И селедка, и килька, вообще без разницы, какая рыба в шубе. Но вот мне кажется, килька такая прям более нежная в шубе, чем селедка. Поэтому я делаю всегда по-разному.
Так что сейчас достану сметанку и буду готовить. Даяна тут бутерброд с яйцом. И плюс сейчас я еще открою свеклу. Она еще свеклу поест. Так что все, буду готовить, завтракать. Всем приятного аппетита. Даяна сидит там себе, нарезает тату. Новые. Опять будешь так? Сюда. Только что пыталась сделать. У нее только не получилось. Сюда. Поэтому сейчас буду помогать ей я. Надо водой сначала намочить. Что давай? Отрежь мне тоже, сделаем. Отрежь вот это, сможешь? Сначала мне. Так сразу отрежем, пойдем вместе сделаем сразу. Не? Нет. Ладно, подожди меня. Так, держи. Стой. Ну что, они не получаются. Какие-то странные татуировки. Посмотрите. Вообще ничего. Второй раз уже. Ужас. Ой, прости, прости. Снимай, снимай. Ну вот, у меня получилось отлично. Но если бы мне так много воды добавляла. Хочешь, я тебе сейчас сделаю по-новому, как у себя? Чтобы так красиво получилось. Давай? Надо давай. Поменьше воды просто не под краном, а тряпочкой понемножку смачивать. Давай руку. Да, ай, ножка чуть-чуть, но ничего страшного. Красота? Нравится? Ай, вот, вот. Так вот, что много воды вот. Не надо. Красота? Супер. Она лежит за волосом. Придется выкидывать все. Нет? Она лежит за волосом. Оставим остальное. Очень красиво. Очень. Не зали. Да, и она там пытается установить штатив. Говорит, мама, хочу, чтобы ты сняла, как я убираюсь. Да, и она сегодня как раз жуткий беспорядок. Потому что вчера не убирались, так как у нее была температура. Решила ее не напрягать. Давай, как сделаю тебе. Мысль? Сейчас сделаю, там надо закрутить. Я хочу. Так что, сейчас будет уборка. Так. Держи, держи так. Вот тут держи повыше. И надо опять закрутить. Все, ставить камеру. Ты готова сниматься? Да. Давай. За 15 минут навела у себя в комнате чистоту, красоту. Ну, осталось там вот скакалка валяется, но это, знаете, уже мелочи. Я очень рада, что она осилила все, потому что у нее до сих пор держится 37,1 весь день. Больше никаких признаков, но я вижу, что она очень быстро устает. Ну, это, в принципе, нормально. У меня вот уже второй день по вечерам, только температура. Ой, сегодня третий. И вот ломит все, не то что все кости, прям, ну, больше даже, наверное, мышцы болят. Такая вялость, усталость. Поэтому пока живем так. Второй день снимаю влог, уже на две части, и просто вообще ничего не снимается. Просто такое бессилие какое-то, кошмар. Так, а пока... Даяшка там сидит, я хотела тебе кое-что дать. За то, что ты убралась, умничка. У меня есть для нее маленький сюрпризик. Говорит, закрою глазки. На, это тебе. Открывай. Давно такое мечтала. Откроешь сама? Или поможешь тебе? Ну как там открывать? Не, это ценники, подожди. Давай открою. Ценники. Давай раскрывай. Покажи, что там. Мы уже один раз такой раскрывали, я уже, честно, забыла, что там внутри. Другой. Куколка там была или что? Нет, не куколка, а собачка. Собачка. Ой.
Давай. Ну-ка. Открывай. Этикетку потом посмотрим. Ты открывай коробочку, посмотрим, что там в коробке. Я что-то вижу там. А как? Давай. Подожди. Блин, запакуют? Не все дети могут потом открыть. Да я даже не могу открыть. А, вот, Даяна, смотри. На. А, там еще пакет. Раскрывай, скорее всего. А что у меня за там пакет? Потом вот ну, пакет раскрывай. На, доставай. Такими волосами. Ой, какая красивая. Покажи. Дай покажу. Посмотрите, какая милашка. Теперь посмотрим. Опять эти волосы. На. Посмотрим этикетку. Угу. Вот такая у нас. Такая, нет. Да. С такими волосами. Ну, дай. Классная игрушка. Ой, даже девочки. Так, ладно, пока Даяшка там сидит, разбирается с новой игрухой, я буду заканчивать на сегодня влог. Два дня уже пытаюсь что-то поснимать, соединить два влога, но вообще никак не снимается. Буду с вами прощаться. Всем пока-пока. Скажешь всем пока? Не знаю. Всем пока! Обязательно надо на камеру попрыгать. Ладно, все, всем пока.